Так, я здесь, ребят. Опа. Прошу прощения. Камера вырублена. Фу. Чё-то стрима нету. Лайфен капа. Очень странно. Так, привет, Спайк, Экстрэшл, все, привет, короче, ждем, начало, что-то, так, ну, Дварди тут стримит, я смотрю, а китайцы что? Так, ну что, надо китайцев как-то обнаружить. А китайцев что-то никак не обнаружить мне. Стрим вроде. Так, все в порядке. Так, привет, Дамп. Что там за... Что там за проблема на Ютубе, не знаю. Вроде все работает на Ютубе. Сыграть-то хорошо бы, но что-то нужно пока найти, что здесь происходит. Что-то ни хрена пока, ну, не это. Вот у нас, соответственно, группа такая, каждый с каждым играет. Блай, Кьюр, ЕЗРС и Кшиго. Три зерга вместе с Блаем и Кьюр, тиран. Ну, нужно двух выиграть Блаю в ЗВЗ, и тогда он сможет пройти в плей-офф абсолютно точно.
Плей-офф, правда, ничего нету, за топ-4 только есть там, в общем-то, очки. На Кибете ставочки есть, помните об этом, на данный турнир. Пока ни хрена, правда, не началось еще. И китайского стрима что-то тоже нету. Ну, что, придется в Арде, что ли, стримить, я не знаю. У Китая хороший был пинг. Не пинг, точнее, у китайцев хорошее качество было. Так, сейчас откроем все, что надо нам. Так, ну здесь тоже что-то не находится. У Варди что-то ничего не происходит. Что-то Блай какой-то супер фаворит. Так, что два раза-то была здесь играет, еще не понимаю. И с тем была и по два раза почему-то играет, еще не понимаю, в чем прикол. Здесь же один матч-то, вот они. Что-то несколько ставок продублировано. Непонятно почему. Ну, китайцев нет, что-то не знаю почему. Ждем Варди, пока там что-то отдуплится вообще. Насчет рассинхрон не знаю, я пока не смотрел, но в данный момент не могу посмотреть, естественно. Perfect, so we should be going in game in just a couple of moments, guys. It is going to be Jigler versus EZRC to start things off. A little bit of ZVZ to begin, and then we're going to go into a bunch of ZVT matches, and then we're going to finish the day with some more ZVZ as Bly will come into play a little bit later on. So Jigler versus EZRC.
versus EZRC. I'm gonna time after time I keep saying this name, and every single time I start by saying it a little bit worse. But hopefully we'll get that. Hopefully we'll get into this soon. Looks like the countdown's already going into game. We'll be able to start here for Jiguar versus EZRC. So I'm gonna go. Ну что-то тут все происходит непонятно. Так, Панда ТВ, у него Панда ТВ. Чел-то рестримит на найти стрим, блин. Появился, что ли? So let's do this. To the top left hand side, we're going to be kicking things off with our blue Zerg player. It is going to be EZRC coming into there as a replacement for Iasonic. This one's at the top left is the blue Zerg here in game number one of our first best of three of today in the Leifeng Cup. Блин, где он нашел-то? Ребят, кто найдет ссылочку на китайскую трансляцию, респект всем, потому что это китайскую он стримит, а где он ее взял? Я просто без понятия, если честно. По старой ссылке у меня почему-то не работают. EZRC, one of these players who is kind of an up-and-comer in the Chinese scene, I think. He's made the finals of Doom Star Masters before. He's one of these players we've seen a couple of times. That's just special. Like, not probably Leifeng, but just Doom Star Masters. We've seen that, you know, he's pretty good. Yeah, he's pretty good, basically, so. Alright, so. Sorry, obviously, for the Panda TV of the production. Так, что запускается у тебя эта ссылка в хроме, ты говоришь? А у меня почему-то не запускается. Почему она не запускается в хроме, я еще не понимаю. Посмотрите, ребят, работает ли здесь стрим у вас. У меня вообще-то не работает, например. Так, все, дал мне чел с Leifeng Cup правильную ссылку. Должно, по идее, сейчас заработать, но я надеюсь, по крайней мере, на это. Да, заработало, смотрите-ка. Спасибо ему, соответственно. 10 идет грязня, вот, значительно лучше качество сейчас станет. Добавлю в стрим, пожалуй, и на Team Liquid. Так, ну немножечко.
Немножечко какие-то лаги идут. Здесь ситуация практически равная. Ну, так, это Ксигу у нас получается в пуш пошел. Ну, ЕЗРС у него больше лимит сейчас, и роуч, по-моему, даже больше, чем у оппонента. Да, у него даже больше роучи, чем у оппонента. Так, нет, этот стрим из игры, этот турнир почему-то из игры не пускают, не знаю, я говорил-то, а ну разрешают стримить официально, как бы, типа, боятся за лаги там, за какие-то, я не знаю, хотя лагов никогда особо и не было. Привет всем, ребят, кто недавно подошел сюда. Так, здесь движуха идет какая-то. Ну, пришел EZRC, и зачем он сюда пришел, для меня загадка, потому что он отдался сейчас в хлам. Зачем они поставили эти убожественные настройки, где один синий, другой красный, я без понятия, если честно. Блин, ну они меня бесят издавна уже. Ну, тут 1-0, судя по всему, в пользу красного зерга, это Ксигу. Дут роуч вперед с лингами, еще сейчас ЛР будет готов скоро очень. Причем у красного есть плюс один, то есть линги дерутся эффективнее. ГГ 1-0. Напомню, на кибетике ставочки есть, кому это вообще интересно. Вот началась игра, потом Кьюр против Ксигуа, да, вторая у нас. Да, потом Кьюр Ксигуа. А, ну Кьюр со всеми китайцами отыграет, потом с Блаем, собственно. А Блай потом уже в конце будет с китайцами отыгрывать. Ну что же, это интересно. То на Кьюра крутой коэффициент, по-моему, слишком уж. Не кажется ли вам так? Даже просто сотку запилил даже. А, лимит превышен. С хрена ли превышен? Сколько там лимит? Даже на... А, максимальная ставка 30. Ну ладно, 30 так 30. Экспрессом запилил. И сюда двадцатку еще запиливаю. Я думаю, что для... Так, а что случилось? Что-то упал стрим. По приколу просто условно единицы напиливаю. Я думаю, что для Кьюра это изи просто два китайца. Потому что Кьюр очень хороший тиран. Стабильный всегда был в последнее время. И я не думаю, что он на азиатском сервере тем более игра идет. Поэтому... Ну что за хрень-то, ребята? Опять что-то все упало, все пропало. Почему так происходит, я не понимаю. Что там на СК2 импруф у чела? Похоже, у него тоже там подупало все. Ну что за бред-то?
Так, да Варди-то сам этот стрим смотрит. Привет, Блайчик, еще раз. Вот у него как бы и нету ничего. Здесь он сам рестримит, вот в чем прикол. А, все, понял. Поменяли обратно на старую ссылку, все понятно, меняю назад. Скинул мне чел Lifeng спонсор, его никнейм. Не знаю, кто такой, но, видимо, он Lifeng капа спонсор, как бы. Вот, какой-то китайчик. Привет, минус ван. Ждем начала, блин, ну качество у них хорошее, конечно, на этом плеере. Мы будем надеяться, что поменьше тут панд будет бегать, поменьше лагов будет. Привет, рептилоид, все в порядке. Сегодня ходили смотреть садик. В августе Маша в муниципальный пойдет, пока в частный, чтобы привыкла. Вот. Короче, есть дела, и сегодня вечером еще Даша пойдет на собрание муниципальное, поэтому я, наверное, после Lifeng Cup закончу сегодня. Написал телефон. Нет, я не в ГМЛ, я уже не играю давно. Вторая игра из ETRC против Ксиго. Ксиго 1-0 ведет. Ну и погнали. 那不仅优势，而且优势有点大。西瓜在
就整个西瓜在整个 timing 上面都是要比，虽然说比希望早，但是也早不了多少，而且你的狗也不能对对方造成什么压力，因为对方的狗也很快，西瓜自己的话是亏虫卵，亏大概是一两个卵。 这只好了，出一个女皇。西瓜这边也是求稳，他怕对手在第一盘输了之后选择放大招。其实希望是一个不太喜欢放大招的选手，这个选手打法也是比较偏向于稳健。好了，四条狗。 提了狗子之后没有停气，还是要毒爆虫巢。西瓜这边果然是下了毒爆虫巢，不过是先提的狗子。西瓜这个莽夫之魂在这个时候告诉他不能怂。如果先下毒爆虫巢就是怂的，但是如果先提狗子的话就是不怂。西瓜拼了波狗，看到对方输了四条狗，不敢强咬回家。 Времени нет у меня играть. Так, ребят, здесь третья хатка у ZRC. Прошу прощения, меня тут телефон даже спрашивает. Приходится отвлекаться. Вот. Потерь пока нет ни у кого. Вот нам показывают. У Ксигу у нас, соответственно, уже готов мув. И третью он заказывает. Там уже третья строится. Может, что-то пропушит? Короче, забегания от EZRC идут. Морфятся беллинги, там посмотрите на рабочих. 25 на 37 в пользу Ксиго. И это очень печально для EZRC. Но он-то прессует сейчас, это беллинг-бас полноценно идет. Хватит ли здесь ринга беллингов, чтобы отбиться Ксиго? Это вопрос хороший. Пока он как-то взрывает просто провально своих бейнов, ничего практически не убиваю. Так, в итоге тут что-то все бегает вперед. Королевы идут в хату в попытке прикрыть ее. Сейчас идут вниз. По рабам все еще в плюсе на 11 рабочих, соответственно. Ксиго хату отменил в итоге из ЭТРС, получилось. У него нет экономики, он на 10 рабов отстает, он прессует. Зато на 10 лимита боевого в плюсе он, соответственно. И зато беллингов Ксиго на халяву тут наподрезал. Врыв лингов в рабочих. Два рабочих уничтожены на ровном месте сейчас. И уже 8 рабочих разница. Но, правда, там добавлять умудряется Ксиго при этом рабочих за месси при этом. И у него опять же больше их становится. Но ZRC идет вперед. Наламывается лингов просто миллиарды здесь. Что-то Ксиго беллингами странно контролит. Но неплохо ZRC здесь контролит, я вам скажу. Вроде как и беллинга всех отменил. Королевы там бьются пока с бейнами. Королевы падают в итоге. По лингам ситуация в пользу ZRC. По рабам уже ровно практически. Это 1-1. Я уже сомневаюсь, здесь Ксиго может выиграть. Видно, что ему и не отбиться-то никак, собственно. Ну, молодец, китайчик. Из ZRC. Ну, они оба китайцы, как бы. Ну. Так, сейчас позвоню.
такое мнение о балансе. Я мало играю, чтобы именно свое мнение делать. Но видно, что баланс присутствует как бы вполне. Вчера вот Нерчу против, например, Ниба играли. Все там очень неплохо было.徐徐王一辈子死于没有侦查。 没品啊。 见面值得表扬，是的，观众的认可才是我不断改善直播品质的动力。你们多夸夸我，对吧？你们多夸夸我。 Так, все, я здесь, ребят, прошу прощения. Так, привет, GTI. Что за реклама? Есть мыло саппорт собака GoodGamer.ru, но там технические моменты. А честно говоря, другого мыла я даже не знаю. Но на форуме посмотреть, что там за вообще. Я как бы не лазю по таким темам. ，没有，没有裸色。他们好像去播什么《Dreamhack》或者是播《IEM》的，所以说就导致我这边今天只能单口，不过没关系。毕竟啊，我跟别的解说不太一样，单口出身的，所以说单口对我来说并没有什么问题。哦，这个农民绕了一大圈。 Слушай, дитя, я не знаю, короче, поищи на форуме, я кроме саппорта не знаю вообще, вот, ничего. Может, там что-то есть, как бы. Кал. Что за кал там происходит у Ксигу, я не знаю. Сыр
让他去一次洗手间，说两分钟去一次洗手间。哦，好像我有点卡呀，这版档案我开个代理吧。我现在直连有点卡。哎，哎，哦，西瓜，哦，西瓜，这个一方面是绕狗，另外一方面是。Так, Боилингнесты там, и там у обоих хата, кстати говоря, на рампе, сверху находится. Так, как-то фризить стало, но это не у меня, по идее. Это у них, потому что обычно плеер, если фризит, он здесь начинает обновляться сам по себе там. Что происходит? Какие-то жесткие лаги пошли. Да, видимо, это в игре у них лагает кто-то, или я не знаю, в чем дело. Ну, как бы, с моей стороны плеер там и все это дело работает хорошо, но где-то косяк присутствует, собственно говоря. Кварди надо глянуть. Так, у него почему-то задержка стоит, я не понял, почему. Ведь там же, на самом деле... Посмотрите, ребят, кто-нибудь, пожалуйста, Варди на Team Liquid, есть ли у него такие лаги или нету? Не знаю. Что-то у Варди задержка жесткая стоит, потому что неудобно смотреть совсем. Туда-сюда беготня идет. Много лингов из ZRC взрывает оппоненту, но пока вроде все нормально там и там. Варди тоже подлагивает. Но походу это на китайском плеере какая-то фигня, я говорю, потому что если он лагает, то как бы он перезапускается. Если это не с нашей стороны проблема, я не знаю, что там у них такое, надеюсь, они пофиксят свою вот эту фигню. Может, это в игре у них такие лаги, я не знаю. У них очень часто бывает в этом...
много лагает стримеров почему-то. Хотя вот нас не пускают, я не знаю, я за всю историю на Азии пару раз слачил лаги, вспоминаю. Вот недавно был разок, как бы какой-то турнир стримил, пришлось выйти. А, Кунг-фу Кап, да, помню. Вообще слайд-шоу какое-то началось. Ну, здесь туда-сюда бегать не идет, Муталисков добавляет. Тут то же самое, такие же фризы, тут задержка была. Такая жди, чуварди, абсолютно. Ну что, тут гидрава из ТРС, у Ксигуаро у Череваджера. Лимита у него больше, правда, на 30 сейчас становится. Из них, правда, больше десятки муталисков, поэтому не факт, что получится и продавить-то здесь. Ну, прессинг может быть жесткий. Пошел замес жесткий, лимиты, кстати, очень близки, плюс гидра здесь есть. Короче, Ксигу сейчас огребет, развалится вообще. Качество попробую сменить. Проще сразу стрим вырубить. Потому что здесь качество менять, мягко говоря, тяжеловато на этих плеерах, на их. По-китайски я что-то не очень понимаю. Это у них такие лаги, ё-моё, там кого-то дропают. Это стримеры этого дропают, блин. И синий проиграл из-за этого просто. Вот бичи-то, ё-моё, блин, вообще. Неужели, блин, нету интернета там нормального вообще нигде, блин? Я
在是10分23秒。抱歉啊，抱歉，这个，那个什么，刚才拼特别的夸张，我也不知道为什么，我这边需要重启一下游戏，大家稍等。一直以来我都是直连的，直连是可以的，但是今天不行，所以说，看一下10分23秒，那我就往前推个1分钟吧，往前推个1分钟，就。Вышли, короче. 代理我是有连接的，重启一下之后应该是没有问题。我直播的话是推流是不丢帧。Ну, бывают какие-то на Азии лаги, просто иногда бывают. Не знаю, в чем дело. Ждем, в общем-то, продолжения. Главное, чтобы Каблай начнет играть, и все остальные там нормально все было.有两个外国选手，一个是来自 Junior Greens 战队的 Q， 然后另外一个是来自乌克兰的 Bly BLY， 然后两个中国选手是希望和西瓜。我只希望现在应该没有问题了吧。希望人呢？希望人呢？邀请不到你。Так, вроде там заходят на хост, я не знаю, или куда там в репку они заходят, куда-то там заходят. Тяжело стрелять, когда турнир вот так проходит из игры, как-то пободрее. Вот, а здесь синие из игры, плюс такие лаги ужасные, вообще дичь полная.请不进来。他也说没反应，这应该不是我的问题吧？说他没代理，这
Так, а вот вроде нашли игроков, там, наверное, из реплея хотят восстановить. Я не знаю, что они там хотят сделать, если честно, ребят.现在中间发生了一些小的插曲，不过总算是恢复游戏了。这样子的话，应该是问题不大。只是希望现在不要卡了。就是说我相信我的VPN是没有问题的。左上角现在这个PIN值显示只有38，我表示非常的满意。看来这个代理是值得我去购买。 Так, запись вчерашнего, смотря какого вчерашнего стрима. Гуф УСК выложена, НИП против Нерча нету. Со Стрэнджем есть, но главное уже там группу тоже надо бы выложить. Говорят, правда, там какой-то рассинхрон присутствует, я не знаю, я, честно говоря, не проверял. На записи. Сейчас, ребят, я выложу ВКонтакт еще в группу в мою. Так, нет, что-то не то я делаю. Все, запись выложил заново. Стрим начинается здесь. В течение стрима стрим начинается у них заново. Игра, не знаю с какого момента, 200-200 там где-то лимита сейчас. Решили переиграть. Что, опять лагает, что ли? Забыл захват. Китайцы, как обычно, блядь. Все, захват забудут. Ни хрена нет, еще, по-моему, лаги до сих пор там присутствуют. Ой, как красный сейчас провально дерется. Опять, по-моему, адские лаги. Еще раз заново переигрывать. Даже не знаю, что они там собираются делать.
我刚才的品质是五六十的品质，是没有任何问题。 Я не знаю, будет лагать или нет, но я б на месте у стримера включил Alt Ctrl F, чтобы мы видели пинг ему и знали бы, кто там вообще говнюк. Самый. Вот. Так, восстановили реплей, еще раньше восстановили. Most Evil Man, это для меня, это я вообще не знаю. Слушай, читай, ты должен читать правила сайта, там, как там, что. Я думаю, сможешь, как бы, почему нет-то. Ну, я не в курсе, если честно. Там Кьюр ждет, сидит, а они что-то мудрят здесь. Сколько можно-то уже? Здорово, окей. Блин, какую они мертвечину здесь устроили, а? Прикиньте, кто-то ставку поставил, 1-1 счет. Сначала один выигрывает, бах, лаги, бах, из репки восстанавливает, хоп. Второй противоположный выигрывает. Нет, опять не так, надо опять восстанавливать. Вот такие вот дела. Эй, Хамстер, привет. Привет всем, ребят. BLY дала吗? BLY еще не дала. Все, восстановление пошло. Видимо, в предыдущий раз не с того времени восстановили.
Привет, Мотик. Да, Блай будет на Азии играть тоже. Так, ну попробуй скинь скан паспорта, что тут делать-то. Так-то люди выводят. Все, продолжается битва, в центре бой пошел. Вообще уже по третьему сценарию. Кстати, а китайцы-то вообще не стесняются, да? Ну перемотали, ладно, не будем делать то же самое. Вообще три раза по-разному дерутся. Сначала дерались здесь ближе, потом вообще здесь. Теперь вообще здесь сбоку дрались. Короче, прикол полный вообще. Здорово, Арчер. Ну тут синий с гидрой развалят сейчас. Причем жестко развалят. Ну там-то заказ 22 роуч, правда, идет. И аккуратнее нужно быть. Фаерболы по гидре попадают. Сейчас часть, правда, попадает только. Часть, конечно же, не попадает. На мую все начинает кататься. Здесь гидра без роуча остается. Сейчас новые роучи выйдут. 130 на 170 по лимиту. Все. Куда этот синий? А, там контрзабегание к нему идет, во-первых. Во-вторых, здесь одна гидра осталась. Я не понимаю, нахрена он одной этой гидрой дерется. Конечно же, разваливается в мясо просто сейчас. А, здесь не контрзабегание, еще муталиски залетели. Все шесть на одной спорке отдались. Просто дичь какая-то. Кстати, без лагов пошло, смотрите-ка. Молодцы китайцы. Хоть лаги убрали, и то хорошо. ГГшечка.
Ну что, Кьюер против Ксиго сейчас начинается. Верняк, который я, на который условно единицы запилил, создал, во-первых, экспресс на Кьюера. Два раза против Ксиго из ЭТРС. Да и Бла, я думаю, Кьюер развалится, кстати. На Китае, на Азии просто все идет. Запилю даже на тройную такую тему по приколу. Most Evil Man. Я не могу ничего посмотреть. Во-первых, я с Кипбетом сотрудничаю. И у меня есть рефералка. Во-вторых, у меня это не деньги. Я уж 1000 миллионов раз говорил, как бы, и я их вывести физически не могу, потому что они мне так платят, помогают с, ну, с призовыми на турниры, как бы. Вот. Там на Бобролигу и не только. А у всех, кто выигрывал, там достаточно много у них скан просят, да, как бы, это нормальная практика, уже много людей об этом писали, как бы. Ну, не только, как бы, а и на других сайтах тоже это есть, просто Kitbet не такой крупный, как бы, как, я не знаю, какие-нибудь другие. Так что вот так вот. Так, начались лаги. Кто такой гладиатор? Я хз. Гладиаторов много. Был тут у нас гладиатор в чатике. Без понятия. За день. Где там за день он зарабатывает 10 баксов? Вот это фантастика. Ну, не фантастика, такие есть, наверное, конечно, но... Ну, думаю, что так-то больше-то какое-то... сказки. Накибать? Может, он просто им владеет, как бы, не знаю. Ну, что-то я очень сильно сомневаюсь. Про 10 баксов, тем более.
Ну что, ребят, наконец начинается игра Кьюр против Ксиго. Что-то да, кто-то там подсверливает сверху. Начинается игра, поехала. Не, ну не везде там такой лимит, там же есть и дота, и... Там и дота ведь есть, и все дела, и Counter-Strike, как бы, и ну, другие дисциплины, лолы, там, харстоуны всякие, я не знаю. А, ну хотя здесь тоже, да, на лол 75 у меня лимит почему-то, а на доту. Тоже 75, не знаю. Привет, видок. Спасибо тебе за пожелание хорошего дня. Как поддержка будет, донат, посмотрим. Ну, сегодня недолгий стрим и турнир не дико жесткий. Днем все это проходит. Ну, посмотрим, я сейчас узнаю, как бы, если... Думаю, мне не надо будет сидеть, может, ФП чуть-чуть поиграю после. Ну что, летает реперок, харасит. Ну и лейер пошел, между прочим, у Ксиго. Что, собственно говоря, этот для чего лейер делается, пока не ясно. Может быть, это даже Нидус будет, газа пока два. А может, конечно, и спайр. Кьюр очень четко рипером контролит. Улетает сейчас, ныкается вообще грамотно. Залетает ко второй базе. Сейчас разведают тут все. Ну, лейер пока не видит. На третью, проверяет третью. Видит, что третья нет, на мейн заходит. Видит, на мейне газ добывается. Ну, лейера на мейне-то он не видит сейчас, Кьюр. Это важно. Нет, шпиль все-таки пошел. Так,
Так, танчики летят вперед. Так, зал по рабам сделался сейчас, Кьюр, но ничего не убил, к сожалению. Привет, Улупу Пепси. Ты сегодня фантазер, как обычно. Два танка здесь харасят. Ну, прохарасил Кьюрнис. Ну, там 8 муталисков заказано у Кьюра, уже 1-1. По 2 либератора строятся. Стимпак, конечно, поздний, но уже заказан. Ну, у Зерга только армор. А вот, не, 1-1, даже не армор. Все-таки 1-1 Зерг заказал. По рабам, наконец, вперед вырвался. Что сейчас муталисками нахарасит, посмотрим. И нахарасит ли вообще что-нибудь? Ну, что-то нахарасит явно. Два либератора. А, либератор. Либераторы не согласны. Туретки у Кьюра практически идеально стоят. Либераторы прилетели, все, прогнали сейчас. Пользователь Пашкин активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Пашкин. Чё-то развалили здесь нахрен. Пулями. Ну, Стим почти готов. Щиты делал. 1-1 тоже. Оп, 1-1 готов. Армори чуть не успевает под 1-1. Но сейчас доделается, на самом деле. И армори. И можно будет нормально все сделать. Немножко тут, ну как немножко, две королевы пришли и где-то 6 криптуморов ставят сюда к Сигла. Собираются расплодить крип прямо под второй базой тирана, фактически соединить его с крип, город сзади находится. Заказывает 2-2, лимиты вроде как равные, но для зерга на самом деле не очень это хорошо, что лимиты равные. Так, здесь либераторы мутку просто разрывают сейчас. 4 либератора против 6, по-моему, муталисков. Так, нужно бы сплит... Ой, хороший сплит со стороны Зерга сейчас был, кстати говоря. И тиран перестал катить в какой-то момент. Потерял 4 либератора, между прочим. Ну, здесь Био зато пришел. Кстати, эти 4 либератора здесь помогли бы. Так, что-то тут очень много лингов прибегает. Ну, у Кьюра Марики, кстати, хорошо встали. В это время двойной дроп прямо на Мейнгзергу проходит. Правда, часть Мариков беснуются в этом дропе, не могут ничего сделать. 110-140 по лимиту падает, пул лингов больше будет не построить, но это лингов, которые уже есть, достаточно для того, чтобы отбиться. Стимпач Самарики. ГГ 1-0 Кьюр. Изи, пока что изи.
Ну что, вторую игру ожидаем. Ну что, не знаю, что за карта. Храм во льдах, иероглифами просто все написано. Поехали, вторая карта начинается. А, действительно, это станция Король Сиджонг вообще, это даже не храм во льдах, ребята, прошу прощения. На какой турнир, как зарегаться? На этот турнир это по инвайтам, я думаю, инвайтят игроков. Вот, потому что никаких про отборочные я не слышал. Хотя, может, какие-то ездят там на азиатском сервере. Вот, привет, Ферум. 2-0 против ИЗРК. Ну, 2-0 не 2-0, но экспресс-победа Кьюра над всеми тремя зергами этой группы. Так, на свою условную единицу в реколу я запилил. Не, ну карту-то могут, и из ЭТРС может карту, в принципе, взять у Кьюра. И Ксиго еще даже может взять, ведь счет 1-0 только просто. Победа-то, я думаю, будет за корейцем. Кьюр очень хороший тиран, прям он реально хороший тиран, как бы, и... Кьюр это даже не какой-нибудь там, я не знаю, Рьянг или, я не знаю, ну, полумертвый в свое время, а сейчас так что-то как, ну, отыгрывающий. Кьюр это крутой тиран, полуфиналист ГСЛ недавнего. Ну что, муфу зерга доделываются, там у нас бункер и старпур сейчас строится, факт, ой, танк, снегилёнчики полетают танком, видимо, Кьюр здесь, я не знаю, что он еще собирается там делать с этим танком. Что-то Тамадова засверлили сегодня, роуч урон пошел у зерга. Ну и третью хату сейчас Ксигу ставит. Лейер пока не заказан.
Ну, камни зато прогресс, то есть танк сможет погонять, в принципе, на медиваке летающий. Здорово, а так? Тысячу лет тебя уже не видел. Ну, вроде как начинаются какие-то корейские турниры, шевеления всякие. Сейчас буду днем почаще стримить. Да и мало стримил последние дни. Чё-то подрасслабился. Стал крестным отцом, но я говорил уже там сыну друга своего. Вот. На выходных, на день рождения был. И не только. Так, ну карта, да, это сходца фактически карта, но... И в Лотвии она есть теперь, почему нет-то? Хорошая карта просто. Пришел к Сигу, а попытался к Юра подпушить. Что за бредовый пуш вообще? Тебя танками летают, харасят двумя уже. Они улетают домой, и ты идешь, придешь, приходишь, в стенку долбишься. В прямом и переносном смысле это получается. Потому что куда зерк в стенку-то тирану полез, я не понимаю. Так, что-то дроны у Ксигу едут. Королева пытается зайти. Сейчас на либератора зайдет с другой стороны она. Достанет? Да, конечно, достает. И минус либератор в итоге все-таки. И опять двумя танками полетел Киур Харасис. Ну что, танки здесь охраняются. Сейчас, может быть, и выход пойдет уже по этому. Посмотрите, лимиты. Сотка на 80 в пользу тирана. То есть на двадцатку больше БУ. А по рабам равно. Причем у обоих три базы сейчас игроков. Причем один-один раньше у тирана. Причем там и армори доделываются сейчас. Ну, может быть, чуть не по таймингу армори там доделываются. Фаерболами хорошо выбивает либератора. Сейчас чуть с либераторами залетался тут немножечко, конечно. Кьюр. Ну, талиски улетают первые у Ксигу. Пытается поймать танки. Поймала медиваки и танки сейчас. Так,
Подрезает Кьюроверов. 170 на 160. Лимит фактически сейчас. Идет вперед Зерк. Встречает Тирана. Сейчас на муви Тиран просто врывается. Био своим разрывает нафиг. Просто все КГГ вообще тут. Даже просто я даже смотреть сюда не хочу. Как разорвал вообще в хлам. Привет, Акира. Да жарко что-то сегодня. Вышел в кофте сегодня, в футболке. Футболка старая какая-то, в кофте жарко. Пришел сюда, рубашку одел. Ходили, я говорю. Посмотрели садик. Машу будем в садик сейчас отдавать. Для начала, для привыкания. В частный, потому что муниципальный только с августа. А с августа в муниципальный уже, соответственно. Так что такие дела. Сколько матч? 30 сегодня. 6 июня через неделю будет 3 года Маша. Уже как бы. Вот жена моя на работу выходит. 6 как бы все. Халява закончилась для всех. И для Маши в том числе в садик надо идти. Ну что, Кьюр против EZRC сейчас, я так понимаю, будет биться. И мы будем это смотреть сейчас. Так, зашла одна ставочка уже на Кьюра против Ксиго. Так, погодите, на 31-е перенесли Ютермал Нерч, видимо. Вот этот турнир, где... Мэп-тест турнамент, короче говоря. Да, я думал, сегодня будет, сейчас проверим.
Так, Ютермал с Нерчом будут вперед играть с Ниба и Бистика. То есть сначала ты... Ну это завтра будет, кстати, интересно. Завтра два матча будет. О, 15, охренеть. 15 игр, там и там 30 игр здесь будет. All Maps played, вообще ошалели. Что ли? All Maps это перебор, по-моему. Ну, завтра будем смотреть, значит. Блин, не успел я позвонить. Ну ладно, позвоню сейчас после этой игры. Начинается вторая игра QR... А, второй, третий матч, начинается и первая игра. Два уже было, две игры сегодня... Ксиго против ИЗРС 2-1 выиграл, Кьюр 2-0 развалил Ксиго, соответственно, и Кьюр против ИЗРС, который самый прям не фаворит в этой группе, Пе. ЦЦшечка у Кьюра пошла через Рипера, играет. Посмотрим, может ЕЗРС побрыкаться сможет. Да худже. Да нет, не нюх, говорю, жарко. Сегодня рубаху одел. Сейчас даже гляну, что там у нас по температуре сегодня. 26, вот даже пишут, даже на погоде пишут, что 26. Так, следующие дни солнечные будут, температура почти меньше проставлена. Не думаю, что она меньше будет. Чуть-чуть похолодание потом начинается. Ну, не знаю, не знаю. Риперочек здесь летает, харась. Два дрончика минус идет жесткий харас. Сейчас как жесткий? Одним рипером харас. Ну, получился жестким, потому что двух дронов умудрился Кьюр залететь и забрать еще. То есть, мало того, что разведал, так еще и двух дронов забрал. Там лейер пошел, и третья хатка ставится. Подозрительный очень лейер, я вам скажу. Уж не... Да нет, не для Нидуса. Я думаю, здесь два либератора сейчас... А нет, медивак заказан. Два медивака заказано Кьюром. То есть это билд в дроп 16 мариков, я так понимаю, сейчас идет со стороны тирана. И это очень сильный билд. Иногда зерги прям с одного дропа с этого отлетают. Особенно, когда без роучи играют. А здесь вообще без роучи играют, я вижу, с EZRC. Так, мариками Кьюр овера убивает. Ну, овер спалил, наверное, что там лаба есть. Или нет, не знаю. Линги все отбежали. Вылетает медивак раз, вылетает медивак два. А вот они два и полетели. 15 мариков получается в этом дропе, не 16. Куда этот дропчик пойдет? Видимо, под вторую базу куда-то туда, там, я не знаю, под третью, может быть, на мейн даже пойдет. Не, прямо летит Кьюр, видит, что овера нет, между прочим. Начинает мариков дропать, посмотрите. Все, марики дропнулись, но без стимпака они пока дропнулись. Но тут и без стима-то их не отбить. Ё-моё, посмотрите, сколько много мариков. Приходит по третью.
Кьюр обнаглел, вообще без стима заходит. Во дает. Ну, это наглость. Еще и на мейн проходит. Марики через оклик просто дерутся с лингами. И медиваки чуть назад улетают. Тут был бы сейчас стим, это минус зерк бы был 100%. Но так как стимпака нету, не минус пока зерк. Может, еще медиваки сюда привезти надо было тогда бы. А, ну хотя медиваков-то еще нету, только там поменялись реакторы местами. Там все. Стимпак сейчас будет готов. Все, готов стим. Кьюр видит, что стим готов. На стимпаке бой принимает, кайсит лингов. Отходит назад, одного Марика потерял. Передроп на ХГ пошел. Точнее, часть на хайграунд, часть на лоуграунд Мариков дропается. Кстати, с лоуграундом, мне кажется, должен был развалить. Ну и щиты у Кьюра делаются. Полетал, поразвлекал, по лимиту в плюсе. Сейчас по всем параметрам плюс. Третья цешка строится. Так, слушай, Блай, скаутил ли Кьюр СЦВ? Вроде бы нет. Я думаю, в чатике тебя уточнят. Я вот что-то не припомню. Ну вот реально на это внимание не обратил. По-моему, он рипером первым летел. По-моему, рипером первым летел. То есть... вот при таком билде ведь хатка может зайти, получается, да, если без скаута тиран играет. Может, он рипером, правда, проверял? На стимпаке марики с лингами бьются. 2-2 зерк заказывают. У Кьюра 1-1 только доделались еще. Вот говорят, что нет. Я тоже что-то не припоминаю КСМ-ку. Просто реально не фокусировал внимание на этом моменте. Так, летает Кьюр тут с мариками, напрягать пытается. Ну что, летают тут эти все два изначальных дропа, все еще до сих пор летают. Пытается напрягать четвертую Кьюр. Ну тут, кстати, шпиля нету, то есть Кьюр наглеет и в итоге, ну, летает очень сильно, напрягает. Минка вкопалась на базе в кармане сейчас, оверсир где-то там далеко был, не подоспел вовремя, но... Минка стрельнула по королеве, не по рабочим. Так, на 3 часа приходит Мариков, где-то штук 16, плюс там минок несколько. Здесь Мариков Кьюр не доконтролил, потерял. Но на 3 часах хата сразу же ликвидируется в итоге. Минки делают залпы, ну минки залпы делают не жесткие на самом деле. И... несколько лингов все погибает, минки дороже, по-моему, стоили, чем линги погибшие. Ну по лимиту все равно 20 с лишним Кьюр впереди, 2-2 тоже доделают, зерга уже 2-2 готова. Зерг, кстати, выходит прессовать, что ли, или что, куда он выходит? Я вижу, масс-масс линги идут вперед, стимпачится Кьюр. Мариков забирает, минки копает, сейчас одну минку успел закопать, другую нет. Ну, линга... так, линга Беллинги заходит, и заходит, кстати, очень даже неплохо. У тирана 2-2 не доделываются, зерк на 2-2 против 1-1 Кьюра. Что-то ЕЗТРС, кстати, тут начал как бодрячком вообще эту встречу. Что-то прям вообще жесть. Ну, Кьюр на стиме тут так, прирост выходит, Кьюр отбивается, но не без проблем. 16 КСМок уже уничтожено, но по лимиту до сих пор тиран в плюсе. Хайп пошел из ЭТРС. Кьюр третью атаку заказывает и почти готова атака воздушная на либераторов. Сейчас по лимиту все еще в плюсе осталось, причем боевого на 30-ку больше.
такой удачный врыв от Зерга, чуть больше бы лимита у Зерга было, а самое лучше бы вообще Муталисков штук бы 6 бы, 8 бы там было, он вообще убить бы мог, если бы либераторов убил. Кьюра выход пошел. И 7 караптеров, видимо, в Greater Spire Zerg хочет выйти. Либераторов 6 уже, еще с плюс атакой вперед летят. 6 либераторов, это реально много. Так, Апач уже выходил, погодите, либераторам же демедж не обрезали пока раптором, еще пока, насколько я понимаю. Так, взрываются минки. Ну, прикрывают уж по земле Либератора, а караптеров Марики отгоняют. А, уже обрезали, уже 5 плюс 2. Или не 5 плюс 2. ...125-150 по лимиту. Ну, 3-3 доделываются. Опять же, 3 часа Кьюра уничтожил. По лимиту в плюсе. ...1-0 Кьюр, ребятки. Попытка с ринга караптерами еще раз наломиться неудачная. Либераторы крошат караптеров. 2-2, караптеров 0-0. Ты какой хитрый, а. Смотри, как марики лингов раскрошат. 2-2, 0-0, если линги будут. Или линги 2-2, мариков 0-0 с беллингами. Там вообще весело происходит все. Зилки 2-2 против лингов 0-0 без мува. Да это все равно, что ОМОН узкоштанных просто кошмарит с палками. С дубинками, наверное, я не знаю. Это слишком жестко. Так, кресло нормальное меня устраивает вполне, вот сейчас лето, вообще кайфово, то что он с сеточкой, абсолютно не жарко. Кресло самурай называется. Уже миллиард раз говорил, мне уже из Уфы должны бабки платить давным-давно.
в Уфе производится. Хайдеюси. Как раз таки обрезали уже либератором. Все. Так, а в каком патче обрезали? А Тором ввели, ну. А, и Тором новую атаку уже вроде ввели. Ну, Кьюр не мудрит, через Рипера играет. Следующая, кстати, Кьюр против Блая будет игра, получается. Прилетает Рипер, начинает Кьюр тут гранатами кидаться. Ну вот, а неудача со стороны Кьюра сейчас, его, точнее его постигает просто. Ну как неудача, это его кривой контроль, зачем-то Рипер оставил, не отрегиненного. Королевы спустились, два залпа и минус Рипер. Вот после такого начала какой-нибудь Беллингбаст хорошо бы делать, но Беллингбаст не делается. Пользователь Эрич Картмен активировал премиум на ваш канал. Эрич Картмен. Испугал меня мужик, как обычно. Пользователь Красный Крабс активировал премиум на ваш канал. Оп, здорово, Илюх. Резво вы что-то вдвоем тут прям. Подорвались с премиумами. Так, Свармхостов пока не видел, чтоб строили. Свармхостов уже тоже дешевле получает. Мы их дешевле сделали, но лимит столько же остались стоить, они вот в чем прикол. Ой, точнее, лимит-то увеличили. А лимит увеличили, это вообще провал полный. Так, танк прилетает на ХГ с места, где Рипер запрыгивает на мейн, наносит залп сейчас по лингам и выход. Не понял, куда Илюх ходил. А, Warcraft ходил, ходил, да. Ходили. Ничего такое вроде. Можно много, конечно, где придраться, но... В принципе... Если был бы провал, я бы не удивился, но провала вроде как не было. Шпиль строится у ZRC, но на 20-ку лимит его меньше прилетел Кьюр, просто заблочил. Нафиг здесь все. Не, ну в IMAX-то, наверное, вообще замечательно, как бы у нас просто кинотеатры еще мертвые тут, мягко, все размыто, вот это 3D такое, мертвое 3D я его называю, блин.
Видно плохо. 7 из 10. 4 из 6. Точно. А может быть 4 с плюсом из 6. Вот так вот. Это шкала Петрухина. Моего кореша, вот чьего сына я крестным стал. Потому что когда не 4 из 5, тогда 4 из 6. Может быть. Так, полетел медивак. Минус медивак. Да очки тут ни при чем вообще. Ну что, три либератора тут летают. У Кюра, ну не знаю, у Кюра все замечательно по лимиту, третья цешка уже внизу. 1-1 делается, стимпак делается, щиты делаются, здесь что-то линги бегают. Ну, тиран готов везде, к лингам. Всему линги в итоге отдаются, просто на ровном месте. Причем такое хорошее количество штук, 10 сейчас отдал зерк. Четвертой хатки еще нет, по лимиту уже отставание полетело. Куретку надо на третий запилить. Почему мутку стали часто взюзать ЗВЗ? Рептилоид, ты какой-то не рептилоид, неправильный. Мутку на самом деле гораздо реже стали юзать, чем раньше. В ходе мутка Линга Беллинги это абсолютный стандарт был. Причем даже ультралов не все переходили, потому что они были мертвые вообще. Их мародеры унижали. А вот сейчас как раз таки мутку пореже. Ну, то есть сейчас появилось много опенингов, когда можно без мутки выжить. До лейта, там, ультралов всяких. И очень часто отыгрываю через реведжеров, там, через, не знаю, все что угодно. А, мутку в ЗВЗ. Прошу прощения тогда. Ну, в ЗВЗ мутку стали юзать чаще, потому что сфорки не такие жесткие, хотя тоже жесткие. Много всяких моментов здесь интересных есть. Прилетают либераторы, марики, танки приходят. Сплит от Кьюра идет за сплит, беллинги кончаются. Ой, там минус муталиски, как жестко, быстро. Караптор минус один, второй живет. Ну, 162, 129, 2-0, судя по всему. Можно даже экспресса было пилить, чтобы и победы, и на счет, что 4-0 здесь будет. Но это уже... Хотя кто-нибудь карту мог бы здесь отжать у Кьюра Беллинг Баст, никто не отменял какой-нибудь халявный. Сейчас посмотрим, что у нас Блай. Какие-то зерк-хаты какие-то пытаются поставить.
ГГ. Ну что, все, Блая ждем сейчас понемножечку. Так, экспрессончик там еще был. Ну что, ждем Блая. Ладно, не буду сюда пока попиливать на три события. Все равно я запилил уже с участием Блая. Сукьюр трех развалит зергов здесь, и Блая в том числе. Но я думаю, что Блай может своей с хитрой стратой карту, например, у Кьюра взять. Так, ребят, сейчас я вернусь. Ждем, короче, Блая Кьюра. Сейчас я позвоню быстренько, ребят, вернусь к вам. Мусор-жи-та. Ему... О, ты.
那么今天的第一二三四第四场比赛是世宗科考战，这是两个非中选手的比赛。今天乌克兰虫族 Bly 来打了个酱油。这个选手呢，在那个 Edison 老师去，我看什么时候 Edison 老师去那个 WCS 的时候，这个安利了一波，然后 Bly 就这边给 Edison 老师说啊，说是我要打，Edison 老师就让 Bly 来打了。这个选手一上来选择了放战术，泰山压毛，哼，泰山压毛，想过的，真是条狗。左上方。这个蓝色的虫族选手就是来自于乌克兰的虫族选手，他叫做 Bly。 而右下方红色的人族是 Cure， 来自于 Junior Greenwings 战队，他是一个来自于狗窝的人族。那么会不会被你的狗窝的怎么你妈姑你去干活在了水之活的当中。但是今天说实话，他来打的都是打基本功的，他并没有选择放大招，也没有选择去，也没有背狗，所以说他对于防狗的能力其实还不知道。这个战士说不定能拿下一。Ну что, хатка от Блая пошла сейчас. Кьюр не разведывает. Рипера играет Кьюр, кстати. Ну посмотрим, что из этой хитрейшей стратегии Блая получится. Роуч урон надо ставить, я так полагаю. Где Роуч урон? Что Блай Роуч урон? Не ставь, вот Роуч урон пошел. Королева заказана и на мейне, и здесь. Крип разливается понемножечку. Так, а кстати хата... Погодите-ка. А здесь Роучи не заблочится ли хатой самой вообще? Там есть проход, интересно. Китайцы вот как раз-таки об этом... Это нам и показывают, потому что непонятно, есть там проход вообще на хате сейчас или нет. Если там Роучи заблочится, это будет полный провал для Блая, конечно. Ну и Линга мув можно было бы делать. Хотя нет, вроде бы есть проход здесь. Вроде как есть проход. Ну, понял, Кьюр, что происходит. Королева готова. Роучи не проходит, пишем ГГ, выходим. Вот это Блай дает. Вот это прикол. Это просто вот так вот. Жесть, ребята, жесть. А, вот Блайчик с передропом играет. Вот, блин, ну вот это такой... На самом деле, Кьюра особо пуша не шли. Если Преводжеры сразу на рампу бы пришли, мог бы быть шанс. Мог бы быть шанс что-то делать. Потому что там у Кьюра особо ничего вообще встретить не могло это дело, на самом деле. То есть танка-то еще не было. Но нужно сразу было, конечно. Ну, главное не приунывать. Какая вторая у нас карта? А, блин! Ну вот, как мне кажется, этот билд надо было оставить для сумеречных башен каких-нибудь, если там есть. Сейчас просто уже использовал, и кореец будет ждать, естественно, такую тему. Блай, я же толпу.
Хватит там пригорать уже. Так, захват забыли поменять, китайцы опять. Офигели от того, как Блайхату поставил в предыдущей игре. Ульрена карта, ну вот тоже чизовая карта, явно Блай на Азии, но неспроста он Ульрену играет. Привет, Air Max. Ну, слава богу. Я ждал, когда ты оценишь. Теперь буду, походу, в рубашке. Рубашку купить, еще одну новую сходить. Будет как-нибудь. Ну что, Роуч Ворону Блая, да, ставится опять. Три роуча заказанного блайчика, там кьюр приходит сейчас, рипером уже. Запалят сейчас роучи. Видит роуч ворон, ну 4 роуча у Блая сейчас. Так, Рипер еле улетел, сейчас мог Рипер погибнуть на самом деле. Не успевает доделать бункер, Кьюр понимает это, уходит на хайграунд. Кстати, здесь реактора нету. У Кьюра-то проблема определенно здесь. Походу, Кьюр не ожидал, что есть такие просто... Игроки, которые первую игру там сливают от чиза и вторую все делают чиз, как бы. Вот. В Корее так не принято просто, не по традициям корейским. Вот так и получилось. Почему Блай Реводжеров не... Почему он сразу на мейне не слил? Продолжал бы прессинг с мейна вообще. Так, гранат по роучам накидан. Ну, Блай надо в шпиль переходить сейчас, пытаться, не теряя вот этих юнитов при этом. Все, что самое главное. Депошка падает номер один, депошка упадет сейчас номер два. Начало для Блая хорошее на самом деле. По ЦЦшке тут фаерболы Блай кидает понемножечку. И лейер заказан. Лейер свич спайр, наверное, будет сейчас. Я не знаю, что именно будет. Неаккуратно было здесь. Кстати, там полу-два полудохлых Марика сейчас. Ну, всего 6 их, правда. 6 не убить будет. Тремя роучами и реводжером. 6 Мариков и танка, естественно. Даже учитывая 2 этих, которые за удар погибнут. Так,
В лоб упевший. Ферзь тиранов будет с наркоманом со стимпаком на оклике, а протасов просто на оклике. Прилетает сейчас харасить танком Кьюр. Шпиль у Блая не готов. И просто, ну, смотрите, ну как так-то, блин? Это называется К. Контроль карты. 2К даже. 0 оверов у Блая висит, поэтому правильно. Танк взял, облетел здесь. Ну, оверов нужно развешивать, черт побери. Что за, блин... Элементарнейшие ошибки просто. Вот сейчас, если бы не эти минус 7 дронов, у Блая было бы лимита больше. И муталиски сейчас замечательно зашли бы просто. Блин, это вот очень сильно решает, что на этой карте при таких билдах тут каждый рабочий вообще на вес золота. А танк пролетает вот так вот через Блая всю базу, и Блай не видит. То есть у него были юниты сейчас, и он просто мог бы их передвинуть, встретить танк и ничего не потерять практически. Для этого нужно развешивать оверков вот по этой части тоже, чтобы от дропов там видеть. Все, там же космос, там их не убить, этих овер. Прилетает Блай Муталиск, начинает харасить. Что здесь мутка сделает? Ну, там 2 от КСМ убил, очень мало, 2. Сам-то 7 рабочих потерял, нелепо просто. Ну, по лимиту в плюсе и роучи рейджеры могут зайти сейчас, кстати. Эволюшн у Блая заказан. Ну, третья хатка не раскачана, вот что плохо. Что-то Блай рано роучи начал строить, вот реально. Сейчас бы ему третью раскачать и масс роучи начать. А он сначала что-то построил роучи, теперь рабочих строит, непонятно. То есть, как бы, либо здесь улынить надо, получается, как-то на танке здесь заулынишь, либо экономику раскачивать, потом боевых единиц строить. Сейчас еще роучи заказан. Ну, 48 дронов, смешно, с тираном одинаково. Или Блай улына боится, по ходу дела. Надо пробить камни, Блай побыстрее, он этим занят. Для чего? Для того, что тиран ломанет через узкий проход и позицию займет, чтобы размен иметь возможность зайти через камни, Блай. Обязательно это нужно. Так, мутка залетает. 3 либератора можно 6 муталисками было зашатать. Либераторы вообще без прикрытия. Чего Блай боится-то, я не понимаю, как, я не знаю. Залетает муткой, Блай, вместо того, чтобы забрать либератора, забоялся, улетел, побоялся, наверное, что марики вперед выйдут, прикроют, я не знаю, чего там Блай побоялся. Здесь третья хатка пошла, видит, что на третьей газа нет, заходит уже под третью базу. Сколько муталисков осталось, не знаю даже. 4 роучи заходит от Блайчика. Видит хату. Ой, видит ЦЦшку, простите. Ну что, 170. Ну что-то Блай, ну, третью не дает, конечно, Юру добывать, но толку от этого не так уж много. Здесь королевами пытаются отбить, 3 либератора к Блаю прилетают, и все 3 базы просто Кьюр ему блочат. Ну, Блай, кстати, отбивается здесь.
Но проблема была в том, что у него одна атака и вообще вторая даже не делается, а у Хьюра уже 2-2 делается. Если Блай этих грейдов дождется, это, конечно, разгром просто Блая будет. Так, пытается Блай контратаковать роучами. Очень криво принимает бой, кривейшим образом, я бы сказал бы даже. По лимиту уже очень близко становится. Роучи на подземном муве, ну как, надо разводить как-то пытаться Блаю, что ли. Ползет, можно в танки заползти, сейчас, кстати, Блая было бы. Но нужно с другой стороны выйти к Юру сейчас. Что Блай делает? Юра отступает, там Био. Роучи выкапываются под танками Кьюра прямо. Хорошо Блай бой принимает, отступает от Роучи, от танков сейчас. 100, ну, лимита меньше, чем Кьюра. Как бы в плане того, когда бой принял, было замечательно, но в плане как расконтролил, было так себе. Разревирает все Кьюр 2-0. К сожалению. Ну ждем ГГ от Блая, Блая пока не сдается. Револьвер пишет, 3 либератора сильнее 6 мут. Так и 8 торов сильнее 60 муталисков, если они в стыке летают, если сплита нету. А так 2 муталиска одного либератора убьют. То есть, соответственно, 3, 6 муталисков убьют 3 либераторов. Но это, конечно, в идеальных условиях. В таких-то не очень, но в любом случае, даже если 2 либератора там, или одного с потерей 2 муталисков забираешь, то хорошо. Ну что, что-то Блай не сдается пока. Так, секундочку. Нужно мне трубку взять. Алло. Алло. 比较强的 Thank you.
Так, ну что, ждем Блая против Ксиго. Сейчас самое интересное, я думаю, начнется. Так. Нет, ну два муталиска, то, что либератора-то убьют, я уверен абсолютно. Вот. Нужно проверить просто, потому что два муталиска 240 хп по 9 демеджа. Сколько там у либератора хп и демедж, не, там скорость атаки не намного больше. Так что как-то, ну, хз. И другое дело, что чем больше, тем тяжелее от сплэша убрать их. А, ну все, уже условия, Шкьюр уже либераторами начнет, то есть только что кто-то прогорел, а тут уже Кьюр начнет. Голосовалку кто победит, ему да можно запилить, в принципе, голосовалку сейчас запилим. Кто затащит, так. Голосуйте, я надеюсь, правильно Ксиго никнейм написал. Хотя я что-то даже не уверен, если честно. Да, правильно. Ну что, Блай, между прочим, фаворит из Ксиго, из EZRC, из EZRC. Хрена, у меня все просто зашло, все эти экспрессы просто. Сегодня. С 30 баксов уже 160 почти условных распилилось. Ну что, поверить в Блая? Блин, Ксиго как-то я не знаю, я не хочу ставить как бы здесь на Блая Ксиго. Почему? Потому что... Кто-то, вижу, на Блая напиливает, потому что... На самом деле сервер-то азиатский, вот в чем минус. А это ЗВЗ. И Ксиго не такой мертвый зерк, чтобы сливать. Поэтому я просто опасаюсь и не буду трогать там Блая.
Что, думаешь, все-таки Блай сломает? Ну давай, ладно, может успею я. Успел, смотрите, 9.06 на Блай успел набелить, так. Такую, чтобы не пропускать, и интересно было. Блай против Ксигу у нас, битва идет. И сука, китайцы говорят. Про кого это они там так? Я не думаю, что Блай будет Беллинг... А, Блай Беллинг Бастит, да, посмотрите. Беллинг Бастит Блай в своем любимом и меньшем стиле, я бы сказал бы. С одной базы Гаспул к Сигу от оверов вводит сейчас, интересно. Блай пытается обнаружить, где же этот овер висит. Сейчас он обнаружит его и надо сверху заводить. Причем к Сигу овера поставил так, что Блая не пробежать на самом деле, вне вижена овера этого. Или пробежать там, ой, там краешек вообще есть небольшой, где вижен отсутствует. Или, а, Блай издалека Беллингов прям запиливает. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, к чего там рабочих строят. Вот. Ну, почему нет-то, если пуш этот удается, значит, надо пользоваться этим пушем, соответственно. Но, так, Беллинги подстраиваются, к Сигу вперед выдвигается. Блай на муве спускается, здесь Беллинги пошли, к Сигу обнаруживает их, но... Сможет ли он их уже встретить адекватно? Вот в чем вопрос. Тут три линга сзади бежит, три линга здесь бежит. Блай там что-то в наглую грызется сейчас к Сигу. Стибейна можно на трех лингов использовать. Че Блай боится-то, я не понимаю. А, ну решил лингами сгрызть сейчас. Ну, лингами это может быть и верно, Блай, конечно, грызает. Здесь Беллингом взрывает, сейчас трех лингов сразу на рампе. Забегает всеми на мейн. Беллинги пройти не могут, что ли? Вон там проход открыт, Блай. Заходи ты, Блай. Так. Это 1-0 Блай, ребята, 18 дронов минус, 6 дронов на 14 в пользу Блая, заводит дрончиков сзади, ну пул-то нахрена ты грызешь, Блай? ГГ, 1-0 Блай, вообще в мясо просто. Неужели китайцы такие мертвые просто, что так вот их можно наказывать? Получается, что так. Ну, 1-0 еще не победа, ребятки. Но уже близко к этому. Не знает гордый китайский народ об агрессии Блая. Ну да, Блай агрессивен, конечно.
Безусловно. Но все четыре игры двух зергов так не выиграть. Придется какие-то другие игры сыграть. Здорово, Миш. Всем привет еще раз. Не китаец дырявый, просто блай божественный. Особенно это стало очевидно после первой игры Black Ur на карте станция Король Сиджонг. Но Блай справляется. Если из группы выйдет, то забудем мы о том досадном происшествии. Что захват-то? Все нормально с захватом. Что мне рассказываете? Привет, Верес.右下方。 这个蓝色的虫族选手就是来自埃及的西瓜，而左上方红色的虫族这条狗来自乌克兰的布莱。这张地图也是可以绕狗的。 Так, полеточка пошла. От Блая опять тот же самый абсолютно Беллингбаст. А здесь, посмотрите, опенинг через пул первый без газовой, с плеткой. Ё-моё, Кьюр тут просто супер оборону хочет. Фу, Кьюр. Ксиго здесь супероборону хочет запилить, но получится ли запилить супероборону? На самом деле это все тоже пробивается Беллингбастом вот этим вот. То есть достаточно первого хорошего урыва, чтобы плетка погибла там и вообще все нормально может быть. Прогоняет овера Ксиго. Плетку номер два ставит снизу. У Блая 4 беллинга, 8 лингов запилено, несколько лингов выдвигающих вперед. Здесь королева встречает двух лингов. Но нужно разобрать их просто. Плетки перекапывают. Что, беллинги будут плетки врываться? Или куда там беллинги будут врываться? Ну, плетка успеет закопаться, это факт. Вот она закопалась, видит Блай эту плеточку. Приходит беллингами, взрывает ее. Падает она вторую, нужно сгрызть сразу же. Вторую начинает погрызать, два новых беллинга морфит сейчас. Беллинг еще один есть, нужно взрывать лингов как можно эффективнее здесь. Блай, королеву сгрызает, тут что-то лингов много вышло. Блай, что ты делаешь? На клике слив пошел. Что творит Блай, ё-моё. Беллинг отступает, нужно скопить сейчас стек лингов. Без стека лингов ничего не сделать. Плетки поздние у Ксиго запилены. Если удастся переконтролить Блай, то шансы еще есть какие-никакие. Два бейна еще новых морфится. Нужно просто до плеток сейчас ворваться, королев убить и... Беллинги у лингов все взрываются. Что-то Блай здесь мертво как-то здесь действовал. Все, плетки если доделываются, у Блая все плохо тогда. Там и королевы новые выйдут, и вообще там все плохо будет. Грызает Блай своими лингами лингов Ксиго. Еще какой-то контроль там пошел. Странный очень контроль со стороны Блая. На Азии он пытается там лингов на лингов переконтролить. Да нет, прохладная идея. Третья плетка уже ставится. Блая прочувствовать, да хату запилить бы вовремя. Но поздно он хату запиливает. Три дрона ставит. Раньше надо было хату ставить. Мог бы раньше поставить. Тут по рабам просто катастрофа.
Флайне абсолютно не стоит никуда лезть. Почему? Сигула газа нет, то есть он не может вообще ничем выйти сейчас. Блая есть мув у Беллинги, все как бы. Лингов он Сигула принимает практически в любых количествах, особенно без мува. Ну, то есть без мува и даже не будет он никуда выбегать. Да и с мувом нужно Беллинг Нест еще, чтобы Беллингами. Ну, Парабам, конечно, Сигула в диком плюсе сейчас. У него две хаты против одной Блая, естественно. Блаю тут надо СД зажать просто по максимуму. Блай ставит Evolution сейчас, пытаясь перейти в дроп Бейнов, кстати, который он очень сильно любит. Но, может быть, и получится что-то из этого, если Ксиго с друг... Ну, хотя здесь Линк бегает уже, посмотрите. Линк бегает и контролит мейн просто. Если бы чуть пораньше в макро, конечно, Блай перешел бы, шансов побольше бы было бы, потому что у него... Парабамба было бы поближе немножечко хотя бы. 6 Бейлингов Блай морфит. Плетку Ксигуа на мейн забрал одну вообще. А, Блай собирается одновременно, посмотрите, и на мейн, и на вторую ворваться. Вот что интересно сейчас. То есть Блай лингами прикроет врыв на вторую против плеток, и одновременно на мейн 4 Беллинга будет дропаться. Ну, кстати, какие-никакие шансы есть, мне кажется, здесь на успех. Но нужно взрывать не менее десятка рабочих, а лучше даже и побольше. Так, Бейны заходят. Два Бэйна сбоку. Один только дошел до минеральной линии. Рабочие взорваны. На мейне овер летит. Ё-моё, там Ксигу переконтролил овер. Там что-то вообще непонятно, что происходит. Что на мейне-то происходит? Ну, китайцы, покажите нам, мертвяки вы проклятые, блин. Ничего не показали. Вообще на мейне просто ничего не показали. Что за обсерверы мертвые? Там же старкрафтеры все, ну, комментируют, насколько я помню. 1-1, 100% надеюсь. Судя по всему. Хотя лейер у Блая Роуч Вор. А, здесь уже лейер готов. Ё-моё, здесь третья хата. Судя по рабам, там не ничего произошло, там провал произошел. И хотелось бы видеть, как он произошел. Потому что овер долетел примерно вот до сюда вот. То есть уже он пролетел, я не знаю, пол расстояния фактически. Все было не в самый краешек дропался, а летел куда-то. Непонятно, еще и овер погиб при этом всем. Как это было, я бы хотел увидеть, но мы не увидели. Нифига тут спайр строится у Ксиго. Ну что, Парабам тут Блай даже сравнялся с Сигуа, но это ничего не значит, потому что Блай Роучи с мувом, а там шпиль и сейчас муталиски полетят, а что значит это, я думаю, вы прекрасно понимаете, это значит пишем ГГ, выходим. Ну, прилетает мутка вот сейчас к Сигу. 112-86, Блай ничего с этим не сможет поделать, к сожалению. Третью Ксигу отменил уже. И муталиски здесь все тоже отменяют. И убивают Роучи. Майк тут забегание роучами делает сейчас. Ну,
Ну, это смешное забегание, к Сигу больше там в разы, не, ну как в разы, в раза в два, в три роучи больше у него. Может быть даже в три. У 70-113 к Сигу забегает. Блайт что-то роучий там сныкал, а его в лоб уже убили. А Блайт только пополз. Ну, называется Т-тайминг. Надо, блин, чувствовать такие моменты. Нужно врываться всегда раньше оппонента в таких ситуациях. Вот, а шанс будет какой-то. Не знаю, что Блай хочет сделать, вот для меня просто без понятия, если честно. То есть Блай еще выиграть до сих пор хочет, что ли? Но это невозможно же. Ну, хотя в Eliminate можно попытаться пойти, но тут Ксигу уже убил Блаю все базы, а Блай там ничего не убил вообще. ГГ пишет, Блай 1-1. Нужно собраться, иначе если проигрывает Блай одну хоть игру, то это все. Тогда Блай из ETRC не выходит просто. К Сигу нужно обязательно выигрывать. Да и второго тоже нужно обязательно выигрывать. Татуировки. Вон тебе ответили уже, да. Только купола. Перстни всякие там. Никсуса, блин. Так, ну я надеюсь, Блай сейчас сыграет что-то другое, потому что китаец может подготовиться. Руки забить крутыми татухами. Я, кто делает это, считаю дебилами всех, так, если что, к сведению. Вот. Не то, что дебилами, но не понимаю, зачем это происходит. Как минимум. Недалекими людьми. W of the game.
现在确实是有点卡顿，这边应该是那个 flag， 应该是 flag。刚才都没有事，为什么现在突然卡了？Так, нет, татуировки это элементарное проявление потребления тупого, как бы, как телефоны, все вот эти бесконечные и тому подобные вещи, как бы, просто на новый уровень переходят. Ну что же. Что-то Блай поли... А, ну Блая просто позже пул. А почему Блая такой пул? А, потому что у Блая три хаты пул бил. Тут Блай решил схалявить в решающей игре. Так, 6 лингов Блай строит. Ксигова хочет третью хату запулить. У Блая, кстати, Беллинг Неста нет. Я не понимаю, как если здесь будет Беллинг Бласт, Блай будет отбивать. Вот. Сегодня жарко, поэтому я в рубашке. Вот. Ходил и в садик смотреть. Пока что частный, где Маша будет привыкать к муниципальному саду до августа. Ну так, просто рубашку одел, потому что что-то на улице сегодня 26-27, вообще очень такая жаркая температура прямо. Сгрызает к Сигу, сейчас лингов Блаю. Ну, у Блая тоже мув доделся, он бежит вниз сейчас. Принимает бой против лингов. Беллинг Нест у Блая вообще есть. Да, где-то Беллинг Нест есть, но что-то Беллингов не наблюдается пока, если честно. И это очень плохо. Так, здесь пытается Беллингов поотгрызть. Ну, как-то криво у него это получается. По рабочим 25-20 в пользу Ксигуа сейчас. И лимита больше на десятку практически. Что-то Блая как-то прогорел тут своим дозаказом лингов. Еще и оверов на ровном месте теряет. 10 лимита разница, причем без роучи. Обычно роучка заказывают по лимиту, так вперед кто-то уходит. А здесь-то нету никаких роучей, ничего нету вообще. Так, беллингов 9 у Блая, там 11 беллингов у Блая, там тоже беллинги морфятся. Все строят по максимуму лингов сейчас. Так, беллинги Блая принимают бой с беллингами Ксигуа. Так, 2 линга там на третьей хатке дерется, Блай прогоняет оппонента лингов. Но лингов Блая меньше, нужно уходить сейчас. Где беллинги-то все, я не могу понять вообще. 57-42 уже. Где весь Блая лимит вообще? Что происходит? Почему по лимиту такое колоссальное отставание просто на ровном месте получается? Так, 3 бейна заходит от Блая к оппоненту. И ничего, 0 рабочих взрывает сейчас Блай. Третью теряет. Короче, это фейл. Это 2-1 к Сигуа. Я ж говорю, не надо было на Блае. А вот как знал, говорил. Ну пофиг, ладно, там фигня, это все. Не надо на Блае ничего напиливать. Сервер-то азиатский, тут ничего не. Ну, тут ничего не ясно на самом деле. Так, 2 дрона там Блайкин чудом убил. Ну, 56-38 по рабам. Здесь все очевидно. Это просто гигантское забегание сейчас от Ксигуа к Блаю идет. Здесь есть пару королев, они трансфьюзят, то Блай контр забегание сейчас делает. Там 8, так, беллингов запилено где-то.
Ну все, ждем ГГ 21:57. Сейчас я не в окно выходить пошел. Сейчас приду. Выглянул в окошко, там Даша с Машей гуляет. Вот. Помахал ручкой. Так, Блайни хочет играть еще игр. Но если не играть, то там забанят что-то там такое. Ну, Ксига уже второе место было, можно хоть и этого из ARC выиграть, я не знаю. Так, ну что, создают игры. Так, сейчас я, ребятки, отвлекусь, позвоню. Пока здесь хост создают.
Все, создают. Сейчас я быстренько позвоню, ребят. Так, а почему у меня старая поддержка вообще здесь? Вчерашняя, я не понял. Ничего не удалил я ни хрена. Сегодня еще не присутствовала. Last game was Taiwan only. Так, ну что, я здесь, ребят, ну... На самом деле, вполне ожидаемый для меня результат, то, что Блайк Сигуа проиграл, потому что Зерк неплохой к Сигуа. Сервер азиатский, очень тяжело с Евро на Азии играть. Вот, блин, да что ж такое-то? Сейчас, секундочку. Так, ребят, мне надо ручку скинуть. Даша, сейчас я скину быстренько, подойду. Так, все, я здесь. Ну что ты, волк? Жарко тебе? Да, жаркий сегодня день, 26 градусов. У нас такие лето. И летом-то деньги редко стоят, а еще лет даже не началось. Не то, что редко, но как бы. Редкое лето, а много таких дней. Так. Блай делает Веллингбаст прямо на грани овера. Вот линги пробегают сейчас. Видит EZRC этот Веллингбаст. По лимиту в плюс ему делается. Плетка делается. 4 Беллинга у Блая запилил. Но Блай не старается здесь отыграть вообще. Не старается абсолютно. Поэтому, ребят, не надо ставки такие неаккуратные ставить. То есть тут тяжело Блая будет продавить, скорее всего.
Видишь, две королевы стоят, вы видите. Правда, китаец как-то криво вообще законтраливает здесь, я вам скажу. Пытается королеву, блядь, прогрызть. Прогрызает одну, прогрызает вторую, но сверху плетка, оказывается, вообще запилена здесь. Блай взрывается лингами в плетку. Остальными отбегает сейчас. И пуш провален просто. Лимита меньше, всего меньше. Здесь мув почти готов, и Блинкнес почти готов. И опять лаги начались у китайцев какие-то дикие. Шерлимар. Здесь у ЕЗРС Беллинги запилен. И Блай забегает на хайграунд. 18-13 парабам. Второй базы нету. Очевидно, что это полное провалище здесь по происходящему. Ну, Блай еще умудряется тут неплохие взрывы Беллингов делать, но... Это ничего не изменит уже. Ну что, тут контроль пошел с двух направлений. Блай пытается выдержать прессинг. Пока боевой лимит одинаковый почти, конечно, но... Так, что-то тут Блай... Ой! Провально взрывают китайцы. Тут теряет своих... Лингов просто, ну Блай сам не контролит лингов нормально, забегает на мейн, начинает подгрызать рабочих, ну нахрена так в рабов-то врываться стрёмно. Два Беллинга сбоку морфится здесь у Блая, попытается сейчас зайти, еще можно перевернуть, посмотрите, лимит-то боевой одинаковый, Блай в принципе неплохо сражается, сейчас два Беллинга в минеральную линию на мейн заходят. Блядь, что ты делаешь, какой мертвый Блай, а? В крайних рабочих можно штук 8 было взорвать, Блай ничего не взрывает, просто два дрона взрывает, это 3-2, какое-то 3-2-2 мертвое, сейчас, секундочку, ребят. Так, паузу просит из РС. Секундочку. Я не могу. 在你跟你朋友这个深入交流的时候，如果你喊成了别的女人的名字，那么结果这个结果啊是不容想的，不可想象的，死了就。这个时候，Blight从外面绕了一波狗，这波绕狗 需要变成。大家，здесь, ребят, прошу прощения. Ну, продолжается пока игра, как ни странно здесь еще. И Блай пытается дропнуться на мейн компоненту Беллинга лингами своими. Но тут что-то его переконтролили вообще. Ой,
Ну, кстати, три Бэйна сейчас могут перевернуть. Нормально, нужен взрыв только. Не как в прошлый раз, в никуда. Ну, от Блая, как обычно, в никуда. Вот, тремя бейлингами четыре дрона взрывает. Два бейлинга в одного дрона, а один бейлинг во всех остальных. Ну, что за хрень происходит, непонятно. 16-15 парабам. Тут парабам ровно практически. Ну, боевого лимита Блая не хватает практически. Шесть, 27, опять Бэйна от Блая заходит. На мейн забегают линги. Ну, рабы-то уже отрегенились все там спокойно. Что-то там 4 дрона минус. Морфит, Блай, бейлингов еще тут пару прям рядом. Кстати, я не понимаю, если у китайца пинг 400, на ком они сервере-то вообще играли здесь? Не на Азии, что ли, играют они? Так, вырываются еще 3-2 бейлинга. Взрывает была еще 3 дрона. Парабам, кстати, уже меньше у этого EZRC. Но боевого лимита больше, посмотрите. 18-6, ой-ой, в 3 раза больше. Просто боевого Блая нечем абсолютно это все дело встретить. Ну, Блай, как обычно, все потратил. А дома ничегошеньки нету. Приходит китаец, и это минус Блай. Слишком много лингов и бейлингов, слишком много. Блай водит в кучу всех рабочих, они взрываются. Двенадцать на 4 это тоже в 3 раза больше лимита. Папа, да, Маш. Я что-то попила таблетку. Что ты выпила? Маш, шипит, аккуратней с ней. Иди лучше ко мне. Какую таблетку, Маш? Что хоть? Я что-то попила. А, так это, наверное, в компоте что-то, наверное. Компот. Пойдешь ко мне на ручки? Не надо. Маш, не хочет идти пока. Тут все слова понятны были, залепок. Ну что, да до конца-то надо досмотреть, конечно, Блай все-таки играет, но
Что тут как-то вообще, Блай, вообще безинициативно абсолютно действует. Проиграл, шансы на выход из группы потерял и... Это печально. Так, Блай опять про Тайвань говорит. Просит он не Тайвань поставить, а Корею. Пойдешь ко мне, Маш? Или не хочешь? Здесь бегают всякие букашки. А вот здесь, на пока нету, но сейчас будет. Потом пойдешь к Алисе. Где? А вон там пишут, видишь, буковки. Сейчас попишут, а потом будем. Киска. Киска здесь она сидит. Я... Киса тоже хочет гулять. Да? Да не, киса как раз не очень хочет гулять. А вот Чалик с удовольствием погулял бы. Сейчас пойдете с бабушкой, с Чаликом. Вместе, да? Пойдете уже, да? А, давай. Чалик, слезай. Вкусный компотик, Маш. Так, да не, было лучше побиться, конечно.总感觉他跟我们频率不在一起，游戏隐私里面只能调那个，就是有没有对战记录，调不了那个服务器的，调不了。 Так, все, возвращаюсь.
Ну что, продолжаем смотреть. EZRC против Блай играет. Ну, в этот раз равная 17-е хаты пошли, в общем-то. Одинаковые билды у Блая и его оппонент. Ну, Блай третью пораньше хочет запилить сейчас. Беллингнест у EZRC. У Блая, опять же, Беллингнеста пока нет. То есть он какой-то сверхпоздний, если и будет здесь, получается. Блай бежит, убивает одного линга, но сам на муве своего же сливает. Но тут, скорее всего, пинг решает. Уж здесь чуть позже на секунду назад отвел и уже потерял юнита абсолютно точно. Так, ну мув доделается у EZRC, у Лайфенга, точнее у Блая, Лайфенга. У Блая чуть попозже мув, у Блая много очень лингов зато запилено. Один бейлинг морфится, у Блая роуч вормшу. Кстати, что я не понимаю, одним бейлингом EZRC собирается сделать там около Блая? Хороший вопрос, здесь два бейна морфится, и они уже точно абсолютно успеют. Блаю отменить третью не получится. Весь стек лингов просто на одном бейлинге взрывается. Полный провал со стороны Блая. Но лингов много было. Представьте, еще эти линги плюс те бы, так вообще бы Блай бы здесь побеждал бы. Это без бейлинг-неста Блай сейчас открывается. Там на мейне, я не знаю, как бейлинг зашел, не зашел со стороны EZRC. По лимиту Блай не сильно отстает сейчас. И 4 роуча строятся. Попытался Блай тут как китайца поразводить, ничего не получилось. Но роучи уже готовы у Блая. Линги есть, и надо просто на клике все послать. Отбивает бейлингов Блай, все в порядке. Но по рабам отстает уже. Здесь забегания лингов бесполезные идут. Будет ли Блай пушить? Нет, не будет. Блай 10 дронов сейчас заказывает. Правильно, экономику надо раскачивать. Дома все абсолютно безопасно. А там 4 овера строится, хотя саплай блока вообще нету. Так, ну наконец-то Блай отбился. По лимиту в плюсе Блай, по рабам чуточек в минусе. Вот сейчас дозаказался, правда, китаец и в плюс немножечко вышел по лимиту. Ну, Блай нагонит сейчас, лейер делается там и там. Ну, такая равная достаточно игра сейчас начинается.
Шпилечек у Блая пошел. Ну а у оппонента плюс один и роучим остроится. Кстати, может сейчас китаец тайминг словить, мне кажется, выхода. Но нужно до мува роучим выходить ему определенно. Иначе как бы... Если мув будет ждать, уже мутка начнет выходить. Так, нагрызает тут Блай на халяву оппонента. Вот там Гидроден пошел. Что-то уже к мутке готовится, как будто бы. Дальше шпиль спалил. Блай что-то тут на муве ходит. Королевый газ атакует свой. Выхода пока не намечается. Роучи Гидра здесь будет. Плюс один приедет, плюс два плавно. Умеет ли Блай сейфу выиграть? Ну, конечно, умеет, просто на Азии тяжеловато это. Но стиль Блая, в общем-то, он более не сейфовый. В среднем, конечно, он игр очень много чизовых откатывает. Четвертую Блай ставит, 14 муталисков заказано. Контр забегания рингов, великолепная сторона Блая сейчас проходит. На третью базу минус королева, минус рабочие. Пару гидралов пытается Блай подгрызть. Кстати, подгрызает их. Нет, один выжил все-таки. 14 муталисков летит вперед. Ну, гидры, кстати, мало у китайцев пока. Есть у него спорки вообще, вот мне интересно. Одна есть, вижу, на третьей базе спорка. Видит Блай гидралиска. Но он всего один, убить его надо срочно. Версиры минус роуч пришли. Королев Блай на халяву подрезает оппоненту своему. Нужно принимать будет, надо, не знаю, хату убивать, либо что-то делать. Падают роучи понемножечку. Лимита Блай в плюсе, по всем параметрам Блай в плюсе. Тут гидра начинает выходить, но Блай что-то не, ну, не успевает гидралисков убить. Это очень важный момент. Конечно, пинг здесь решает. То есть, если бы его не было, сразу гидралиск выходит. Просто берем, убиваем и все. Накидывается Блай, тут контроль на пинге. Да уже спорку райт-кликом убил бы, я не знаю, в конце-то концов. Китаец успевает гидру свою отводить. Приходит с третьей базы гидралиски, но она по отдельности идет, эта гидра, и на муталиск просто в мясо сливается вся. 170-150 по лимиту, здесь еще несколько гидралисков уходит. Блай принимает с ними бой, мутки больше намного. Ну, можно убивать, конечно, все здесь. Так, Роу сюда-сюда ходит, EZRC идет к Блаю, а Блай идет к ему, к EZRC. Муталисков нужно вернуть, сейчас с роучами в размен, да, идеально Блай действует. Мутка отобьет здесь одни роучи без гидры. А сам в размен с вами пойдет. Очень верное решение со стороны было 1-1. ГГ, да, 1-1. Чанг Синда, 用自己的蟑螂出门, 然后跟对方换,
用自己的后续去守那波狗。那反正回头的话就是刚才那个局面，如果不出门的话 CD 也是开不出来，因为对方有飞龙，谁有飞龙谁有开矿石。双方的最后一场比赛也是今天的最后一场比赛，最后一场比赛 The last match。 哼，我就知道最后一场比赛 Black 果然还是祭出了自己的杀手锏，狗独爆一波，而希望这一盘应该是要拼某双上下点位，这个点位狗独爆一波威力很大，希望可能要走，希望可能要走。Так, ну, раз Блай взял одну карту, то может взять еще один. И одну, я думаю, легко. Главное, чтобы Блай... не захотел бы минимизировать риски, как некоторые ребята.他选择的是一个提速狗开矿，十二力提速开矿，他十三力提速开矿，他并没有接毒棒，这样子的话给了希望飘浮。这个威力其实是比那个毒棒的威力要小很多，但是怎么说呢？哎，这是一张四人图哦，这是一张四人图。哦，这。这部分绕得有点精髓啊，还送一个房子。这波狗绕过来，现在希望家里面是出了一四条狗带四条狗，还行，还行。Ну что, Блай опять сверхагрессивный билд。希望没有操作，布莱这边拉扯了一下狗，这个时候布莱的狗数量占。Нагрызает своего оппонента по лимиту в плюсе。Но это агрессия без беллинг-баста, это, то есть агрессия просто на мувилингов. Ну, пока что не очень-то она удается. Нужно немножечко назад отступить, подождать прироста и... Ну что-то тут прям много лингов у оппонента было. Бессмысленно здесь что-то делать, пытаться. Там скоро будет готов мув, и скоро будет готово еще из ЭТРС и Беллинг Нест. Ой-ой-ой, у Блая вторая хата на третьей базе. Как провально находится здание сейчас. То есть Роуч Ворон уже смысла пилить не только Беллинг Нестом. Можно здесь ответить. У Блая его нету. Короче, печально. Блай заказывает Беллинг Нест, сейчас понимаю, что может быть больно ему. Привет, живчик. Ну, то, что лимит боевого Блая не отдает, это хорошо. По рабам близкая ситуация, еще не один рабочий разница и заказ одинаковый по 5. Здесь беллинга-линги вперед выходит. Блай пытается сныкать своих лингов. Отменить беллингов пытается. Нужно разных подгрызать. Что-то одного Блай подгрызает. Посылает еще линга вперед. Китаец пытается, соответственно, принять это, этих лингов. Сзади находится
обнаруживают, где вторая база была, а вторая на третьей, соответственно, находится. Я уже об этом говорил. Блай теряет всех своих лингов здесь как-то нелепо. Готов здесь китайца встречать вообще? Готовы два беллинга, точно. Не успевает Блай нормально этих беллингов взорвать, правда, вот единственный минус. Китаец, королеву тут китаец подгрызть. Так. Ой, как неприятно, два беллинга приходит, Блай не успевает проконтролить. Теряет все, это 2-1 в пользу EZRC, по лимиту вы все видите. ГГ пишем, выходим. Блай вообще без играет без отдачи какой-либо. Вот, проигрывает. И последнюю игру. Коэффициент, конечно, был на китайца заманчивый. Я надеюсь, Блай такой фигню не занимается. Потому что это позорище, конечно, если так. Нет, здесь уже, к сожалению, ничего не сделать. Слишком много китайцев. Ну, кстати, китаец как-то мертво взорвался. Ну, 12-32 по рабам, я думаю, очевидно, что не очень хорошо. Блай 25-63, Блай заходит на хайграунд там. Ой, к Блаю заходит китаец. Выгрызает плетку. ГГ пишет Блай. Ну что, печально, но ничего не поделаешь. К сожалению, Блай проигрывает эту встречу. Ну что, ребят, в данный момент никаких турниров пока что не будет. Так, Civil War, что это за хрень такая? А, PvP, турнир PvP. Base TV. Не знаю, если буду дома, может быть, постримлю, но, скорее всего, не буду сегодня стримить, я это PvP. Вот.
Запись выложу, в общем-то, на YouTube. Я так думаю, ребят. Так что смотрите в записи. В принципе, стрим официальный. Ну а пока я с вами прощаюсь. Увидимся в ближайшее время. Может быть, сегодня попозже, может быть, завтра. Завтра достаточно долгий такой день. Я смотрю, там и финал вот этого по картам от Base Trade. Там рестрим, конечно, но ничего не поделаешь. Завтра, кстати говоря, Лайфенко будет интересный. Джим Совер Бьян там играет. Два корейца будут биться. Это будет интересно. Короче, приходите завтра смотреть, ребят. Либо сегодня. А пока я прерываюсь, нужно дела делать. И всем спасибо за внимание и поддержку.